Ситуация в период пандемии меняется каждый день. Остаются неизменным профилактические меры, которые предлагает медицинское сообщество. К ним необходимо относиться серьезно, особенно себя должны беречь будущие мамы. Как влияет болезнь на них и стоит ли ее опасаться, узнавала Альбина Ламкова. Ученые считают, что коронавирус атакует людей с ослабленным иммунитетом. К ним можно отнести и беременных женщин. В это время ее организм работает за двоих. Но разводить панику в период пандемии не стоит, а тем более будущим мамам. Их психологическое здоровье не менее важно, чем физическое. Самое главное в этом деле – изоляция и гигиена. Жизнь продолжается и за период пандемии. Под наблюдением Республиканского перинатального центра находится на контроле 2647 женщин. А с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 651 человек. Уже подтверждены 208 случаев. 87 беременных женщин были госпитализированы во временно инфекционные госпиталя, которые развернуты у нас в настоящее время в республике. Закончили беременность 23 беременные, из них родами были завершены 14 случаев и 7 случаев были завершены путем операции кесарево сечения. В настоящее время в городской клинической больнице, где развернут временный инфекционный госпиталь, привлечены в штат врачи-гинекологи. Они оказывают всю необходимую помощь женщинам в период беременности. В этом госпитале под наблюдением врачей лежат 5 человек, и одна женщина проходит лечение в части гинекологии. Руслан Лепшоков рассказал и об осложнениях у беременных в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Это те самые же осложнения, которые бывают и у остального населения, но единственное, учитывая вот то положение, в котором беременные находятся, это грозит коагулопатическими осложнениями. То есть это нарушение свертываемости, усиление тромбообразования. Те исследования, которые проведены у нас в федеральных центрах и за рубежом в научных центрах, которые обследовали беременных, выявили факты, что в плаценте образуются тромбы. Это может приводить, конечно, к антенатальной гибели плода, к внутриутробной гибели. И все же, чтобы избежать осложнений, необходимо быть бдительным всем будущим мамам, значительно сократить круг общения и по возможности наслаждаться этим моментом в ожидании новой жизни. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.